X-Raid – очень мощная и тяговитая машина, обладающая при этом малой массой. Вроде бы, она должна быть абсолютным лидером в классе. Но все портит проблемы с развесовкой, из-за которых машина, например, клюет носом на трамплинах. Управлять ей приятно, но выжать максимум практически невозможно. Картина. Mitsubishi Triton – тяжелая машина, а ее двигатель недостаточно мощен. Так что основная ее роль – помогать призовому пилоту, а не бороться за места на подиуме. К тому же машина достаточно сырая и испытывает проблемы с надежностью. С другой стороны, это все-таки Mitsubishi. Бороться на ней можно, но это будет непросто.
картина. Mitsubishi – классический символ надежности в мире ралли-рейдов. Она не так быстра, как Volkswagen, зато намного надежнее и удобнее в управлении. Yeah.
картина. Козыри Ниссана – высокие удельные мощность и надежность. Этой машине не хватает лишь самой малости, чтобы быть лидером в своем классе. Не пропустите опасную шпильку на гравийной части трассы. Честно говоря, результат плохой. Легкая и быстрая машина отлично чувствует себя на песчаных трассах и в высохших руслах рек.
На тяжелых трассах Touareg, однако, не так хорош. Но если дорога требует от машины скорости, победа у вас в кармане. Картина. Desert Warrior немного тяжеловат, но за счет мощности может бороться с соперниками. Имейте в виду, что из-за избытка массы у вас могут возникнуть проблемы с попаданием в повороты, так что вам придется хорошенько поработать рулем. Удачи! Я сделаю все, что смогу!
картина.